Пенсионный фонд приступил к приему сведений по новой форме отчетности. Работодателям необходимо не позднее 1 марта предоставить в Пенсионный фонд сведения о стаже застрахованных лиц за 2017 год. Обращаем внимание, что за непредставление в установленный срок данных сведений по форме СЗВ «Стаж» предусмотрены штрафные санкции в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Кроме того, предусмотрена и установлена административная ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об индивидуальном персонифицированном учете. По вопросам подготовки и представления отчетности можно обращаться в Управление Пенсионного фонда по месту регистрации работодателей.